Привет! Это игра под названием Зеленый ад. Сейчас мне пришлось чуть-чуть перепроходить. Странно, тут все сохраняется, зато бревна сохранились. Мачете. Стоп, их тут нескончаемое количество, что ли? Я могу с собой 4 таскать. Прочность. Я могу вот это вот взять, выбросить вот так вот. И вот это. 99% фигня. Взять новое. Или я подобрал одно, которое выбросил. Ладно. Север, значит. Стоп, как менять? Точно, колесиком. Ладно, бежим. Я уже все позабыл здесь. Итак, я не понял, что за листья. Надо было посмотреть, где берут листья для костра. Ладно, выброси. Куда мне там идти? Вот сюда, наверное. Давай, забирайся. Как он долго это делает? И сорвался. А, твою мать. Или меня сейчас обучат? Записная книжка, новая запись. Мия, трос оборвался. Я упал с добрых 10 метров. Я бы не сказал, что здесь 10. Ты в порядке? Не уверен. Погоди, отойду, чтобы они тебя не услышали. Дай знать, как осмотришься. Так, круговое меню и выберите осмотреть тело. Вращай. Где рана? Я не могу руку поменять. А, вот как это работает. Плохо дело. И что делать? Ну, закрой. Все хорошо. Кости целы, отделаются царапинами и синяками. Не о чем беспокоиться. В джунглях каждый порез может представлять угрозу, обработай их. Помнишь, как это делается? Нет. Поищи малинерию. Она имеет длинные листы без узоров и окружена желтыми цветами. Хорошо, поищу. У тебя в записной книжке про нее что-то было. Позвони, как обработаешь рану. Конечно. Лечение. Царапина, ссадина, эффекты ухудшают физическое состояние. А про растения нет. Повязка. Найдите это растение, соберите листья, чтобы изготовить повязку. А где раздел растения? Как этот раздел называется? Разве это не растение? Узнать внешний вид растения можно в записной книжке в разделе растения. Да. Ну ладно. Значит, как-нибудь без нее. Так, она говорила без узоров. С желтой какой-то фигней. Так. Где это может расти? Попробуй найди. У тебя дома такого нет? Бананы. Мои бананы не сохранялись, которые я в прошлый раз брал? Блин, как открыть рюкзак. Да, они сохранились. Козлы.
Ну ладно, давай соберем. Потом тут, наверное, новые вырастут. Я, конечно, в этом не уверен. Так, мне не это надо. А я могу замочить ее. Зеленая игуана. Требуется нож. Но полежи пока здесь. Можешь не обижаться на меня. Я всего лишь проверил. Ох. Может, вот эта фигня мне и нужна? Вот это. Лист пальмы. Открываем вонючую книгу. Ничего. 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 Тут у нас тоже больше ничего. Вообще нет записей. Создать предмет. У меня листья есть. Ну стой, мне не эти нужны. Может, их надо было перетаскивать тогда? Хотя... Может, я их только недавно собрал. Ладно, я тебя тоже замочу. Извини. Бегай, ищи, блин, теперь. Нет, не то. Будем считать, что нет. Как, блин, найти то растение? Что за жесть? Вот это может? Сухой лист. Ну вот отстой. Бананового дерева лист. Серьезно. Как найти? Узнать внешний вид растения можно в записной книжке. Записная книжка в разделе растения. Где? Где? У меня, может, не отображается? Потому что тут не написано, нет записей, как вот здесь. Тут просто пусто. Вот, везде написано, нет записей. А здесь ничего нет. То есть, возможно, у меня просто сломалась игра, и не отображается картинка. Я же без понятия, какие листья нужны. Как я их найду? Тут целая куча листьев. И попробую узнай, рубил я до этого такие же или нет. Какая-то фигня, может вот это? Глупое банановое дерево. Куст. Будем все рубить. Направо и налево. Может, мне любые подойдут листья? Ай. Где там крафт? Нельзя. Вот эти? Нет. Ну извини, у меня больше ничего нет. У меня есть банан. Как тебе такая повязка? А?
Это опять банановые. Да. Может, здесь что-нибудь есть? Ясно. Я бы не выжил. Может, тут новая запись появилась? Нет. Ты не мог с собой бинты привезти, что ли? В общем. Это то? Серьезно? И появилось! Что за бред? Кстати, я такое видел. И я хотел поломать тогда. Но я думаю, нет, это фигня какая-то. То есть желтая она имела в виду вот эти маленькие цветочки? Жесть. Почему сразу у меня этого не было? Несправедливо, почему я тогда не доломал? Я просто в какой-то момент подумал, что нельзя доломать. Ладно. Где нужные листья? Притащите дополнительный предмет. То есть еще листья? Какой дополнительный предмет? А, ну ладно. Дальше. Чтобы воспользоваться повязкой, выберите пункт «Осмотреть тело» и «Рюкзак». Как сложно. Где рюкзак? Покажи, как ты всю руку обмотал. Готово. Перевязка закончена. Я на это минут 10 потратил, да? Болит? Еще как. Ох, представь, как я тебя обнимаю. Я твоего лица-то даже не видел. Лучше? Можно сказать нет? Да, немного, но ты чего? Ну, как там у тебя дела? Обряд инициации состоится через пару дней, жду его с нетерпением. Ведь после его окончания я стану одной из них и смогу задавать им любые вопросы. Правда, некоторые старейшины против обряда. К счастью, мне удалось заручиться поддержкой вождя. Какого-то там, почему? Они против, думаю. Думаю, в их рядах произошел раскол давно еще до меня. Вождь хочет уладить дела с вас с миром, но ряд старейшин настаивает на том, чтобы выступить против альянса с оружием. Иными словами, Абахака разделились на два лагеря. Не нравится мне все это, Мия, будь осторожна. Мне ничего не угрожает, говорю же, все будет хорошо. Дальше-то что? 32-й день? Где мои субтитры? Ты мне нужен, Джейк, прошу, ответь. Мия, что случилось? Мия, ответь, Мия. Что там, черт побери, происходит? Найти Мию. Ну все, хана ей. Где все? У меня сломалась игра или что? Режим истории. Вы завершили часть сюжета во время обучения. Полный доступ к сюжетному режиму будет открыт на релизе игры. Эта игра все еще находится в разработке, поэтому часть функций пока недоступна. Команда надеется, что вы получите удовольствие от игры. Оставляйте ваши отзывы в форуме Steam. Я-то и думаю, почему тут нет сюжета и повествуют так. Оказывается, это лишь малая часть была. Стоп, у меня все отняли? А где мне лагерь найти можно? Навес. Блин, не то. Факел.
каркас, бамбуковый каркас. Стена. Мне самому все надо строить, хижина. Так. Бамбуковая хижина и хижина. Бревно, бамбуковое бревно. Пусть будет хижина. Или я просто так не могу поставить? Может, мне сначала надо поставить каркас? Я не могу это опустить. Странная фигня. Ну пусть будет так. Что там не хватает? 4 бревна. А где мне мачете взять? Такому меня не обучили. Я могу кулаками ломать, но вряд ли это поможет. Ладно, я могу это отменить. Все. Ладно, побежим тогда. Вообще без понятия, что делать. Мне бы мачете найти. Ой, это змея, блин. Лихорадка. Отстой! Где про нее написано? Отравленная рана. Лихорадка. Постепенно снижает энергию, обезвоживает, временно ухудшает здравомыслие. Ясно. Кровать из листьев. Лист пальмы. Навес. Малое бамбуковое укрытие. Тут книжка не особо удобная. В Форесте она поудобнее. Дайте мне мачете, я не знаю, чем рубить. Тут нет карты. Бананы. Сейчас как насобираю себе бананов. Все, жизнь удалась. Пока сюжет выйдет, я уже все забуду. Как здесь играть? Я могу делать... Там кто-то шипит? Могу ли я делать топоры какие-нибудь? Что здесь нового? Малое укрытие позволяет сохранить игру. Каменная ловушка. Записи нет. Малый огонь. Копье. То есть крафт у меня только с правой стороны? А, нет. Где взять топор? Объясните мне. Все так странно сделано. Ладно, я могу просто бегать, как дурачок, по лесу. Все равно я ничего не сделаю. Может, там, где меня заспавнили, валялась мачете? А я просто взял, убежал. Вот это что, камень? Ну, бери, может, они тебе пригодятся. Каменный нож. А как это сделать? Два камня. Стоп, наверное, надо создать. Да, я обученный. Где камни? Какие-то они маленькие. Все. Я прямо профессионал. Что я этим могу делать? Я возьму еще камень. Небольшая кучка листьев. Вот это глупое растение. А у меня нож почти сломался, да? Я не могу рубить деревья.
Наверное, нет, тут змея. Так, это дохлый попугай. Ладно. Сегодня мы будем кушать. Мне надо найти палки. У меня их нет. Так, есть палки. Книжка. Факел. И нож. Ладно. Ладно. Хочу пить. Точно, у меня же часы есть. Грязная. Нет. Он меня отравил, урод. Что это такое бежит? Краб? Стой. Хотя у меня дохлый попугай есть. Я вообще без понятия, как тут выживать. Не имея мачете. Я привык бегать и рубить. Почему они меня не обучили нужным вещам? У меня аж 4 мачете было, они там спавнились у дома. Я выбрасывал даже те, у которых было 99% прочности. Зачем мне этот лист нужен? Брось. Может, я смогу себе что-нибудь построить с помощью листьев? Бревно. Длинная палка и веревка. Нет. Длинная палка. Можно поставить стену. Бревно. Лист пальмы. Лист бананового дерева. А зачем крыша? Малое укрытие, бревно тоже нужно. Палка короткая, палка. С помощью лиан я могу сделать веревку. Он сдох! Вы потеряли сознание. Ну ладно. С кем не бывает. Блин, чтобы это знать, надо смотреть, как играют другие. Или читать, потому что я вообще без понятия. Может, мне что-то найти надо, или веревку скрафтить. Как она там делается? Добыть лиан из деревьев. То есть, веревка это и есть лианы? Дохлый попугай, привет. Почему он не в еде? Стоп, может дрель мне сделать, как она там делалась? Короткая и длинная? Правда, костер я делать не собираюсь. Но хоть что-то. Чтобы была хотя бы видимость, что я здесь выживаю. Как же я устал. Так, как там кровать твоя делалась? Он опять сознание потерял. Да ну зачем? Брось ты, вставай. Лист пальмы. Найти доступное место. Тут я не могу поставить. Вот здесь я мог. А белое что значит? Где было то классное место? Стоп. Пить. А, или тут я не могу из-за растений. Лист пальмы.
Плюс он хочет пить. Ладно. Ты сам напросился. Как тут спуститься? Скоро ты умрешь. Грязная вода, да? Давай. Два паразита. Что пишут о паразитах? Увеличивают потребление макроэлементов. Известный метод лечения, чтобы избавить от паразитов, ешьте растения, обладающие антипаразитными свойствами. У меня даже топора-то нет и мачете. Вонючая змея. Плод. И неизвестный к тому же. Ладно, давай поедим. Заодно узнаем. О, можно было не пить. А бананы? Нет, бананы воду не восполняют. Так, листья тебе нужны были, да? Лист пальмы. Сколько я могу набрать их? Больше не могу, вроде. Ладно. Мы хотя бы поспим. Можешь считать это своим домом. Где там палка лежала? Спи. Пусть спит. Я не хочу просыпаться ночью. Но сейчас будет 2 утра. Но вообще светло. Поспал, можно идти дальше. Все равно я это делал не особо-то долго. Пиявка. Где пишут про пиявок? В смысле, ты пока спал, что ли? Известный метод лечения. Оторвите. Неизвестный плод. Эффект утоляет жажду, источник углеводов. Ну, может, через день выяснится, что там побочные эффекты есть. Ладно, давай выйдем на свет. И осмотрим твое тело. Фу, как их отрывать? Это так отстойно. Все? Ты чистенький? Поспал в лесу, называется. Ну ничего, когда-нибудь у меня будет свой дом. Или не будет. Потому что я как бомж. Я не могу рубить. Нормальные деревья, я могу лишь всякие палки находить. Может, где-нибудь бревна валяются? Это бы мне помогло. Но лучше мачете и какой-нибудь станок точильный. Ну блин, от этого не будут... Да, только палки будут падать, но не бревна. Нет, где создать? Ой, зачем ты выбросил? Я не могу вот палку сейчас сюда. Оп, каменный топор, серьезно? Я думал то, что... Все возможные крафты у меня будут писаться. Но я должен сам делать. Вы издеваетесь? Издеваетесь? Ой, блин, вонючая змея, отвали. Палочки. Топор, конечно, так себе у тебя выглядит. Но ничего.
Тебе на этом острове предстоит очень долго жить. Скилл себе прокачаешь. Это кто? Требуется нож. Погоди-ка. Ты же не будешь убегать? Да, быть. Изготовление предметов улучшает ваши навыки, они в свою очередь... Блин, я не дочитал. Да, я могу рубить. Ладно, я не буду ломать. Или я уже почти сломал. Топор. А, или он с самого начала такой фиговенький у меня. Вот нож, да? У меня четверть. Блин, здоровье. Куда ты? Я еще не нашел места для дома. Мне нельзя умирать. Ой, у меня там целая куча эффектов фиговых. Как посмотреть-то, блин? Да, блин, непонятно. Он хочет пить. Сейчас сдохнет. Где рюкзак? Вы погибли. Зато я научился чему-то. Палка. Ладно, я думаю, на этом можно закончить. Не знаю, буду ли я еще пытаться выживать или нет. Пока.